привет! Всем здравствуйте! Так, ну что у нас там? Сам переключился у нас. Я воды налью. В общем, я вам сейчас расскажу. Вот. Всем привет, всем здравствуйте. Вот. На сегодня на улице погода хорошая. Вот стало сегодня в 10:45. Это без 15. Вот. Два дня шел дождь. На улице не выходила. Нет, вчера выходила на улице, а вчера не выходила. Это потому что был дождик. Вот такие дела. Вот. Что вам еще рассказать? Ой, погода на улице хорошая. Солнечная погода. Я люблю такую погоду, осень. Вы знаете, в осени там много-много чего. Осень золотая нам пришла. Осень золотая к нам идет. Осень золотая нам идет. Ну-ка, пойдем сюда. Вот, та с тобой с Ритюской будем с вами и это, болтать. Да, Ритюска? Будем с вами болтать, а? Ричин. Вот. Вот такие дела. Вот, что могу сказать еще. Вот. Ну, все равно погода опять изменится. Вот, и будет погода холодная. Вот. У меня сегодня на ужин будет картошка жареная совместная. Ну, как совместно, с мужем будем кушать картошку. Я картошку, если честно, ем не так часто. И будет, ну, еще будет у нас тёртая свекла, чесночком, с майонезом, я обожаю. У меня муж все время просил, сделай. Вот сегодня я и сделаю. Вот, так что такие дела. Вот. Да, машина розовая проехала. Вот. Она мне, ну как бы в светлом фуксе проехала машина. Вот. Так что вот так вот. Ну так вот. Ну как обычно, Акса я сегодня еще голубей кормила. Вот. У нас там есть площадь, так, ну, в каждом районе есть площадь. Вот. И там много голубей на меня слетались, они прям все в кучке собрались. Вот. И я их стала здесь кормить хлебом. Хлебом и просом. Это остался прос, который у меня попугаи, штук 14. Вот, я их всех кормила. Так здорово было. Вот, у меня это ВКонтакте будет, у меня мои фото выставлю. Потом еще там куда-то выставлю в социальной сети. Там еще я выставлю там, где короткое видео. Это выставляется. Вот такие дела. Да, вот. Вот так вот. Ой. Ну, дома-то прохладно, на улице жарко. Видите, как все как наоборот. Вот. И была вот на кофточке была, и была в куртке. А еще я делал билет одела. Почему я делал билет? Потому что хоть и жарко, но все равно, что голову это сам не промерзнуть. Вот, так что вот так вот. Ну, такие дела у нас. Ну вот. Да, что вот такие дела. Вот. Так. Ну, сумки, в общем, 7-го пойдем покупать. Сумки будем покупать. И вы знаете, что я думаю? Я думаю, может быть, попробовать. Я вот шла, я всегда размышляю. И вот я на тему размышляла, на тему, как насчет мне сделать интернет подешевле. Не то, что подешевле, а сделать так, чтобы мне хватило, ну, чтобы все хватило меня. Иди сюда. Вот. Вот, и чтобы мне все хватило. Ну, я не знаю, я сейчас посмотрю, как будет. И чтобы номер сохранить. Вот я пришла, я говорю, вам нужно заплатить за интернет. А я говорю, а у меня, а почему не работает? Я говорю, это на улице. Дома-то спокойно работает, пожалуйста. И мне сказали, заплатите 87 рублей. А я еще подумала, это получается... сверх того я получил 800 рублей, и еще должна заплатить 800 рублей. Я муж об этом узнает, он вообще сказал. Но я таки буду тебя расти. Вот, поэтому я подумала, может быть, взять чуть поменьше. Не знаю, получится не было, но я попробую, конечно. Надо попробовать, надо спрашивать, надо быть посмелее. Ну вот, мне надо все всегда спрашивать, потому что, ну, вот, мне всегда муж говорит, надо быть посмелее, спрашивать. Тихо, на, если тебе что-то не то, то надо обязательно спрашивать.
Вот. Потому что это, вот, если ты не будешь спрашивать, то ты так останешься. Хотя я думала об этом. Я всегда думаю, может быть, правда делать чуть поменьше интернет. Ну, не знаю, посмотрю. Пойду седьмого, посмотрю. Угу. Если там будет работать, там, если там, я заранее буду платить, но я хочу посмотреть, как они будут. Самое главное, чтобы номер оставили прежний. Вот. Так что вот так. Вот. А там посмотрим, как будет. Вот. Вот так вот. Я сегодня сделаю себе яичницу. Вот. И потом я эту книгу почитаю. Вот. А завтра я посылаю. Завтра я не буду читать, завтра я буду высылать. Вот я потом почитаю. Вот такие дела. Вот. Артюшка занимается с этой картинкой. Ему нравится картинка заниматься, да? Вот она, картинка. Смотри, у меня еще есть, смотри. Ой. Вот здесь вот такое-то у нас, а? Смотри, какая красота. Детюшка ему. Вот видите, он любит чашки. Вот, особенно любит наклейки. А случай был один раз. Один раз у него наклейка. Это приклеилось к его... Ну, ему приклеил, он так орал, так кричал, вообще ужасно. И красочку отклеили. Вот поэтому, видишь, как... Поэтому надо обязательно убирать эти наклейки. Нет, она сейчас нормально стоит, эта наклейка. А так, смотрите, любит наклейки он. Да. Там клубничка, да? Клубника там, да? Клубника там, посмотри, там клубника там. Клубника он хочет. Он видит клубника хочет. Нет, но мне муж купил клубнику, хоть, конечно, с рыбом. Это ужасно просто. Мы один раз идем, я говорю, там клубника стоит, ну, там рублей 300. И мне говорят, тебе клубника нужна. Вот, я, понимаете, я прям потом, ну, ладно, я чем буду говорить. А потом все-таки купила мне клубнику. Я говорю, ну можно-то спокойно. Я сказала, я потом, и все, нет. Ой, вот такие дела. Ну, вот так что вот так вот. Все они идут с покупками. Нет, у нас тоже ярмарка открыта, но мы там не покупаем. Просто там дорого, поэтому мы стараемся не покупать. Вот. Так что вот такие дела. Вот. А там, конечно, посмотрим. Вот. Сейчас заберу, вот я сюда поставлю. Поигрался. Ты уже поигрался, да? Сейчас буду играть, там будет. Вот так что вот так вот. Ну не знаю, там что вам еще рассказать. Я вчера ночь сидела. Вот, мы вчера сидела, смотрела концерт, Юра Сунова смотрела. Вот, очень интересно смотрела я. Ну, вы знаете, когда муж приходит, я все время включаю. Вот. Я разум не спросила. А что, он твой друг сердечный? Я говорю, просто, да нет, так просто. Тоже смотреть интересно. Вот. Так что там вот. Ну, все равно это разбирается. Вот, и выслала где-то 1500 крестиков. Вот, я прям смотрю, высыпаю. Вот. То один квадрат, то второй квадрат. Мы там уже прям 1500. У меня еще, кстати, у меня такой рекорд сделать, высыпать 3000. Вот я вот стремлюсь. Ну, я все равно сначала 300, потом 600. Потом сколько там я уже выслала. 900, и тут уже 1500 перевалило. Вот, так что вот. Так вот. Ну, работа хорошая. Работа будет. Я решила панну покупать. Почему панну? Потому что, во-первых, она легче высыпается, раз. Во-вторых, цветные схемы мне чем не нравятся, что они очень, вы знаете, ну, у них какой-то, ну, не знаю, вот, не то совсем. Поэтому я решила вот так вот. А там посмотрю. Вот вы сейчас говорите, слушать не хочется. Вот не знаю почему, вот не хочется, если все. Знаете почему? Потому что я встала, если человек поздно встает, вот обычно он встал часов в 11, да, и у него организм уже все. Уже, если он встал рано, 7 часов, 8 часов, и у него уже начинается вырабатывать сок желудочный. И поэтому я стараюсь, ну, мало кушать. Не то, что мало кушать, но вообще я. Я пропускаю обед и ужин пропускаю, но зато вечером я все набираю. Ну,
Ну, что делать? Ну, если не хочется есть, зачем мне кушать, понимаете? Я вот, знаете, если я поем, то лучше не кушать. Вот. То есть вот такие дела. Таким... Не знаю. Вот. И то, если я, допустим, я вчера перед сном поел яблоки, поел перед сном. Потом, ну если вот бывает так, вот знаете, вот, я тебе скажу так, что если кушать, то надо обязательно тогда, когда вам хочется, а не тогда, когда надо. Вот кто-то придумал такую установку, надо кушать обед, то есть завтрак, обед и ужин, или что? Вот у меня такой организм, что я буду кушать тогда, когда мне надо, а не тогда, когда говорят, вот завтрак, обед, ужин. Ну, как, ну, вы знаете, вот как-то он не то. Вот у меня муж вообще, он может быть целый день ничего не ест. Целый день ничего не может есть вообще целый день. Вот поэтому он не кушает у меня. Вот. Поэтому я всегда стараюсь, понимаете, я в том, что организму надо прислушиваться. Если у вас организм хочет кушать, вы его кормите. А если он не хочет кушать организм, зачем его насильно? Вот мне, например, сейчас кушать не хочется. Я знаю, когда я поем, я. Но зато воды организм никогда не отменял. Вот, поэтому я и говорю вам, что надо обязательно думать о том, как организму прислушиваться. Вот, потому что, ну, уже, понимаете, уже там нет такого, чтобы, если ты хочешь поесть суп, я могу поесть суп через 4 дня, через 5 я могу поесть суп. Понимаете, в общем дело. Вот, это самое зависимое от том, как могу поесть суп. Понимаете, в общем дело. Но. Зато мой организм уже насытился супом. Все, он супом у меня насытился. А если я буду суп есть постоянно, зачем? Ну вот так же и второй, и первый, и третий, и четвертый, и пятый. Ну вот. Я могу, допустим, поесть два раза. Вот сегодня я поем, потом за ужином поем, а потом поем уже вечером. А вечером, может, поесть блюдо. Ну, это может быть фрукты, яблоко, еще там что-то поесть, не знаю. Но вообще, можно что угодно что поесть. Понимаете, в общем дело-то. Но все равно, мы все равно будем есть. Вот, поэтому я и говорю, вот вчера муж, у меня муж всегда любит ходить мясно. Ну, там попросили колбаски, и мы говорили манго. Манго дали себе на 250 рублей. Вот, то лучше пить колбаски, пить чем-то манго. Но все равно я вчера поел колбаски, мне вкусно. И теперь я буду колбаски кушать, тогда, когда не хочется. Вот такие дела. Вот, так что вот так вот. Вот. Ну, все равно мы, в общем, всем пока, всем до свидания. Сейчас получается, вот хочу сделать на 13 посмотреть. Как будет у нас сделано, да, интересно. Сейчас. Так, ну все, я вам все сказала, все наболтала, так что, ну, посмотрим. Всем пока, всем до свидания.